Ребят, всем привет! Вы на канале TK's Party, я TK, и я решил открыться под это событие, призыв зарождения, и на сервере первопроходцев. Оказывается, он там тоже идет, они синхронизированы, правда, там сейчас слияние на Абизу идет, но, в принципе, разрабы начали синхронизировать сервера уже, кстати, давно, не знаю, пару месяцев точно. Вот, тоже будем открываться, сначала сакралы, потом будем открывать, вернее, сначала древние, тут их немного, сакралы, и потом под призыв, естественно, зарождение, новый уникальный герой. К сожалению, вернее, к счастью, здесь нет Шамира, Краха и прочих героев, лек тут порядка 20, аккаунт старый, я редко здесь играю, в основном отпиваю КБ, иногда шмот фармлю, переодеваю, ну, то есть так под события, чисто чтобы потестировать те героев, которые здесь есть, а у меня там нет. Понятно, да, что есть для чего нужен первопроходцы, но плюс тестирование там сюда вводят, здесь уже есть Гидра, Симрах. Вот, по поводу прошлого видео, там ребятки пару моментов написали. Первое, я читал просто героев, которые нужны для аккаунта, и я знаю, какие герои падают с красных и синих. Вот, ну странный комментарий для человека, который играет с марта там 2023 года. Вот, это первое. И второе, по поводу подзабил на игру. Сейчас лето, сейчас сезон отпусков, сейчас огородный сезон, сейчас я болел неделю и говорю, что я там подзабил и вообще забыл, что герои бывают красный, синий и так далее. Это неправильно, потому что я делаю еще и обзоры. И делаю достаточно часто, много ребят, которые, думаю, могут написать и комментарии, что реально делаю обзоры, обращаются, просто советами помогают. То есть никто на игру не забивал, веду новостной канал. Все есть в описании. Новостной канал, мой личный, обращайтесь. Никто на игру не забивал. Вопрос только в количестве выходов видео. Но оно связано с другими событиями. Повторяюсь, лето, майские и так далее. Навряд ли вы все по домам сидите и играете в игру в этот момент. Вот, поэтому давайте друг друга уважать. Зачем такие негативные комментарии? Я на них особо сильно не обращаю внимания, ну, в плане дизморали. Вот, но все равно, давайте поддержим друг друга. Вы лучше напишите комментарий, как вы открылись. Давайте лучше погадим на мунтонов. Я-то здесь при чем? Я просто вам даю повод, чтобы написать комментарий, чтобы сказать, вот, я открылся хорошо, я открылся плохо, пора удалять игру, вот это вот. Давайте делиться, мне важно, потому что на самом деле вот эти крутки, видно, что там медан часто падает. То есть они бывают докручивают, перекручивают, бывает реально что-то подкручивают в плане выпада там хороших героев, плохих. Вот, вот тут надо кооперироваться и смотреть, хорошо падает или плохо, чтобы те, кто еще не открывались, посмотрели видосик, посмотрели комментарий и не открывались. Вот это надо делать. Давайте, древние, сакралы, синие, будем надеяться, что не, там, топ-10 из низа откуда-нибудь. Ну, Неа хороший, в принципе, для начала игры, почему бы и нет, лекарь. Так, у нас сейчас опять синхронизация. Мунтоны, сделайте, пожалуйста, эту фигню, она как, она везде, ну, как бы, крутится на всех версиях игры. У вас какая-то уже год проблемы с синхронизацией. 10 сакралов. Хз, что упадет? О, сразу Лего. Блин, вот на ПП сразу на сакралы везет. На героев здесь вернет. Здесь и Верна под Сайлосом. И Сайлос на пробуде. Теперь на большей пробуде, кстати, получается. Блин, клево. Сайлос. Сайлос. Ну, интересно, с десятки кто-то упадет или нет? Скорее всего, нет. Потому что очень часто падает там условно по гаранту. Все мы это знаем. Блин, сакрал обидно, да? Вот копишь, думаешь, блин, ну десятки точно там лего упадет, две леги упадет. И так обидно, когда там 17 без леги открываешь. В рейде то же самое, ну то есть шансы плюс-минус такие же, по-моему, в рейде. И там тоже бывает, что там 20, что-то 2, 25 я крутил без леги. И это жесть как, ну то есть ты месяц там это копишь, даже может быть 2. Какие-нибудь там сакрал x2, и ничего не лутаешь. Даже эпики фуфлыжные. Циклон самый, один из самых слабых. Кстати, две леги. Но на ппшке мне тут везет. Я не буду жаловаться на ппшку. На ппшке здесь везет 100%. Валькир. Барей. This is имба. Да ладно. Это уник. Ну, у меня на глобале он уже выпал. Здесь, ну... Есть ли смысл дальше открываться? Да, да. Пробуду на Сайлоса, Борей, сервер первопроходцев, как бы, да. Умирающий, к сожалению. Ну, по сравнению с другими игроками, здесь очень мало игра. Здесь можно 2000 на турнире набить очков, и ты будешь просто топ-1. Ну, то есть, вот синий очень легко лутать. Вот, я этим, конечно, пользуюсь, но чтобы круток было побольше для видео.
Нет, я тогда был на глобале очень часто. Здесь я просто не очень сильно играю, но это 1.21 поможет пройти. Хотя с таким шмотом хер там что пройдешь. Тут как бы даже топовых. Ну, тут 2.18 проходится пока что еще. Такой этап. Тут даже волка не забрано. Так что о какой Одиссее здесь идет речь? Очень удачно открылись. Давайте до Уника. Я, кстати, не знаю, сколько у нас свободных мест, но надеюсь, что хватает. Давайте, теперь тут Лего выбиваем. Синева, синева. Скульф. Скуф. Кто Скуф, признавайтесь? Тут Скульф выпал. Эдакая Долорес на минималках. 1/3 от Долорес. Кьюк очень хорош товарищ. Редкий. Редкий хорош товарищ. Дайте, дайте, дайте. Газголдер, поджигатель и маник. Кстати, хорошо, поджигатель, это эпическая валькира. Вот она, Лего. Как быстро мы открутились. Как быстро и удачно мы на серый ПП открутились. Просто максимально удачно. И это... Что? Рыба. Это Калипсо. Это Калипсо. Причем, скорее всего, даже дубль уже, по-моему. Ну, на глобале точно, на этом не помню. А какой нахрен дубль? Мы же открываемся под уникального. Блин, Калипсо это печаль. Печаль, она... Да, ее используют там на КБ и... Даже на разломе ее где-то использовал. Ну вот мне там Серафина выпала на... Вот здесь печально. Но здесь нечего печалиться, тебе выпал Борей, ты охренел. Сейчас многие, кто смотрит, скажут, ты чё, совсем офигел. Такое открытие достаточно быстро, ребят, я дальше крутиться не буду. Не вижу смысла, у нас получается выпал. Но скорее всего, либо по гаранту, тоже здесь давно не было. Вот просто под X2 я X20 плюс X15 здесь хотел что-то совместить. Да, наверное, я не буду. И так мы уже сакралов тут сожгли нормально. Так, ну как сожгли? С Бореем. Ну, в общем, открытие. Три леги. Из них пробуда Сайлоса, который подверный. Борей и Калипсо. Калипсо, конечно, все запаршивило. Но, ребят, тут могло быть и Шамир, и Крах, и еще что-то. Главное, пишите, собственно, комментарий, как вы открутились. Это самое важное. Обращайтесь за помощью, прокачиваю аккаунты, помогаю проходить, советы бесплатно, если захожу на ваш аккаунт, это уже платно. Цены начинаются от 500 рублей, собственно, за что-то там прохождение, там 1.19 и так далее. Обращайтесь, кидывайте скриншоты аккаунтов, я вам всем помогу. Спасибо за просмотр, вы смотрели видео до конца, не забудьте отреагировать, лайк, дизлайк, комментарий. Канал TK's Party, TK, всем всего хорошего. Если тебе нужна помощь в прохождении рейдов снаряжения, артефактов, либо повысить урон на КБ, обращайся ко мне. Ссылочки будут в описании, цены очень приемлемые. Могу подсказать бесплатно по скриншотам. Если что-то буду делать для тебя, конечно же, это платные услуги. Ссылочки будут в описании на ТГ и ВК. Обращайся.